друзей и многих садоводов сниму видео небольшое, которые сейчас стоят перед выбором в федеральных магазинах или это в районных центрах, в области и так далее. Смотрите, по порядку, по ранжированию. Полигаль стандарт, 0,8 плотность, 15 лет 100% простоит. Вообще камень. Следующий идет. Новатор. По ГОСТу. Марка неизменная, пишет 14 лет. По ГОСТу уже больше 10 лет. Можно гарантировать, что он свои 14 лет 100% отстоит. Как они пишут. Дальше идем. Практичный. Дожа Полигаль. Полигаль известная марка. То есть это первый производитель, который придумал поликарбонат. С Израиля. Завод находится в Москве. 0,65 плотность. 14 лет, 100% отстоит. Но он уже прям помягче. 0,65 плотность. Все, четверка. Следующий идем. Тот же софтпласт, как и новатор, но уже немножко поэкономнее. Это Actual Bio. Маркетинг чистой воды, но свои 10 лет гарантированно отстоит. Это уже 0,6 плотность. Уже помягче. Вот 4 вида, которые мы предлагаем людям на нашей теплице. Других мы не предлагаем. Есть еще. Но никогда их не покупали. Видите, 15 лет карбоглаз. Кристалл. Плотность 0,45. Смотрите, пальцами сжимается. Толщина 3,5 мм. Я уже заикаюсь. Просто рассказываю все эти годы о поликарбонате. Что происходит с самыми дешевыми? Вот даже еще специальный, который был раньше. Даже тряпка. Что происходит с дешевыми поликарбонатами? Вот. Что с ними происходит? Происходит практически вот такое. Вот такое может произойти в двух вариантах. Или вы поставите лист не той стороной к солнцу, даже качественный поликарбонат умрет у вас в один год. То есть за один сезон. То есть вы, например, поставили весной, за зиму к весне он будет у вас такого качества, если вы его неправильно поставили. Но в основном это происходит вот с такими дешевыми поликарбонатами. Хоть какой стороной ставки, у них нет защиты, они сделаны из вторички. То есть самый дешевый вариант. И пример на образце покажу. Вот. Это... самый дешевый поликарбонат. Клиент специально, я у него купил полиста. Смотрите. Вот. Это второй год. В прошлом году был град. В июне, кажется, его пробило. То есть, да, третий год он стоит. На первый год пробило градом. На второй год, вот вы сейчас видите, что с ним происходит. Поэтому я просто говорю, который покупает это вот дешевый эконом. Ну, заводам некуда деваться, им же надо работу создавать и так далее. Они производят эконом, потому что вам, кто хочет купить задешево и увидеть вот такое через 2-3 года, ну, флаг в руки, вперед! Вы очень богатые люди, у вас много денег, чтобы покупать вот такое дешевое Г с большой буквы. Всем прекрасного солнечного дня, приезжайте к нам, мы работаем. Сегодня лично принимает Александр Анатольевич. Рад всегда служить верой и правдой, рассказывать о том, что у нас происходит в тепличном, так сказать, хозяйстве страны.